Ульяновские благоустроители ведут активную подготовку к майским праздникам. Пока на улицах областного центра работают дорожные пылесосы и очищаются от грязи светофоры и ограждения. В теплицах творится настоящее волшебство. Озеленители готовят и пикируют тюльпаны и однолетнюю рассаду. В этом году в городе будет высажено 1 миллион цветов на 118 клумбах. Во всех знаковых местах будет установлено порядка 440 элементов вертикального озеленения. Тюльпаны традиционно украсят город ко Дню Победы. На смену им придут бархотки, петунии, бегонии и розы. К ним добавят зеленые топиарные фигуры в виде зверей, успевшие полюбиться многим ульяновцам. К драмтеатру вернется фигура гуляющей пары, а к педуниверситету – рояль в цветах. В центре города установят двухсторонние скамейки в виде звезд и диванов-шезлонгов. Новинка этого года – парклеты. Их изготавливают специалисты городского центра по благоустройству. Парклеты – это небольшие зоны отдыха, включая скамейки, столы, зеленые насаждения и даже велопарковку. На платформе можно разбить небольшие газоны, цветники, разместить деревья и кустарники. Первые парклеты планируется установить на площадях Ленина, Соборной, на пересечении улиц Минаева и 12 сентября, в сквере у Современника, а также на площади 50-летия Победы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.